Здесь, в Спитаке, любая информация, которая печатается в центральных прессе, в местных газетах, рассказывается в телевизионных передачах, становится предметом пристального внимания. И, конечно, статья в газете «Правда» 2 числа, 2 января, с подзаголовком заметки о том, как наши воины выполняют свой долг в зоне бедствия в Армении, стала главным событием последних дней. И привлекло, конечно, всех прежде всего сообщение о том, что в Спитаке от подлого удара ножом погиб гвардеец-десантник, который спас более 10 детей. Город взбудоражен, и мы решили узнать, кто же этот десантник, это произошло. Поэтому мы пришли сюда, где временно помещается управление внутренних дел Спитака. Георг Варжанов Сукиасян, прием международного прокурора Спитакского. Ага, и... Начальник Спитакского РОВД, подполковник Гюлемян. Мы бы хотели узнать подробности. Эту статью мы прочитали вчера и были глубоко возмущены. Нами было проверено, как у нас в райотделе, так и в комендатуре особого района у генерал-лейтенанта товарища Туранского. Такого факта в Спитакском районе не имело места. Вот такая статья, я убежден, глубоко убежден, плохой резонанс будет иметь где-то в Тамбове, в Ленинграде, в Москве, в Ташкенте, везде. У каждого, где есть солдат в семье, они сейчас будут думать. Наши сыновья оказывают помощь гадам. Любая мать сейчас думает, не уж это мой сын там погиб, не уж это мой родственник там погиб. А если нету такого факта? Понимаете, все наоборот делается. Мою бытность подруг еще не было. Самое хорошее мнение о десантнике осталось всех. Десантники сделали столько, как никто другой. Даже с учетом того, что на 500 тысяч спасли ценности, ну, банк, это в их. А вот подобный случай я не знаю. Здравствуйте, меня зовут Наша, я учусь в 4 классе в городе Уссурийске. Мой папа офицер, мама работает в институте, а моя младшая сестра учится во 2 классе. Нам очень жалко всех детей, которые остались сиротами. В школе мы собираем им посылки. Сегодня в «Комсомольской правде» мы увидели вашу фотографию с новорожденным мальчиком. Мама, папа и я очень хотим его взять к себе, чтобы был нашим братиком. Тысячи подобных писем приходят в эти дни в 4-ю детскую клиническую больницу Еревана. И этот наш сюжет о судьбе маленького Врама Арутюняна в какой-то степени ответ на них. Завтра, 7 января, ровно месяц после трагедии и ровно месяц буквально дня рождения вот нашего малыша, нашего героя. Вы знаете, все мы тяжело перенесли эту трагедию, но жизнь продолжается. Надо жить, надо бороться, надо прикладывать все свои силы, умения, окружить всех этих детей лаской и вниманием. И 7 числа мы будем отмечать месячный юбилей этого нашего малыша. Вместе с коллективом реанимационного отделения было приложено все силы, чтобы вывести ребенка, и ребенка подготовили к тяжелейшей операции. И с 8 числа по 20 ребенок готовился к этой операции, и 20 числа он был подготовлен, и была сделана трепанация черепа, так как у ребенка были множественные переломы, удалили кровоизлияние. И сейчас уже через 3 дня он из реанимационного отделения был передан в руки мамы. Карина, вот каким бы тебе хотелось сына видеть, когда вырастет? Добрый, хороший, умный. Когда приехал к роддому? Где-то через 5 минут после землетрясения. Подъехали, ну что там, ничего не видно, ничего, только разрушенные дома. Ну вот начали мы искать, крикнули крупно, ничего не слышно было. Потом сестра сказала, что где-то здесь находится, показал место, где находится этот Карина. И вот мы начали копаться, и вот нашли его, вытащили. В то время рядом него находился сестра, которая освободила его. Ну вот она тоже
У нее ноги были зажатыми, но она не могла выйти. Она сказала, что это, вот это ваш ребенок. Посмотри, что там на кресле лежит голый ребенок. Вот сказала, что это ваш ребенок. Возьмите, он еще живой. Это уникальный случай, когда ребенок за 10 минут до землетрясения родился, и что этому малышу, который чудом спасся, и благодаря, надо сказать, большому труду коллективу 4-й детской больницы, ребенка спасли, и он будет жить, это самая большая награда.